Идем далее. Сегодня в городе наградили тех, чье детство прошло в тяжелые военные годы Великой Отечественной войны. Награда представляет медаль, на которой изображены дети, олицетворяя тех, кто родился в период с 1928 по 1945 годы. Во время церемонии награждения собравшиеся вспомнили свое детство, поделились тяжелыми воспоминаниями. Отца, когда забирали на фронт, я еще маленькая была, но я очень хорошо помню, как я была в детском саде. В детском саде я была до 8 лет. Мама работала на военном заводе, и она меня вообще оттуда не забирала. Конечно, было очень тяжко, трудно. Сейчас в городе живет около 300 детей войны. Инициаторы сегодняшнего награждения, представители Коммунистической партии России, постарались собрать всех. Многие из них прибыли за несколько часов до начала церемонии, чтобы принять участие еще и в одной акции «Письмо потомкам», на которой дети войны писали послания и с пожеланиями для будущих поколений.